почему я не стал брать блатные номера на тень? Ну, слушайте, если вы возьмете тёлочку, у которой кривая рожа, блядь, сделанный нос, сделанные сиськи, сделанная жопа, блядь, она вся силиконовая, кроме как сосать и давать в жопу, она ничего не умеет. Нахуй такая нужна? Готовить не умеет, стирать не умеет. Чего, как она детей будет воспитывать? Она умеет давать в жопу и сосать хорошо, все. Беспонтовая хуйня. Надо, чтобы человек был цельный, внутренний. То же самое могу сказать про себя. Не вижу смысл делать какую-то там обертку себя. Надо быть таким, какой ты есть. Плохой, значит плохой. Хороший, значит хороший. Средний, значит средний. Никакой, значит никакой. То же самое с номерами. Были это 116 ЕМ, значит они остались. Из любой хуйни можно сделать стиль и кайф. Вот номера 116 ЕМ, тачка называется «Тень». Ну, сам придумал, посмотрел на номера и подумал, ну, чё, пусть будет так. Стильно ведь, прикольно? Прикольно. А вот эти там всякие там 222, 333, я из этого немного, ну, выжил. Ну, то есть, ну, да хуйня. Я когда вижу эти 5 семерок, я представляю, что у них вот такая пися, вот такая. Вот. И понимаю, что понты галимы. Ставим лайки пока. Давидыч Дубасит, вы ставите лайк. Раз лайк, два лайк, три лайк, четыре лайк. Погнали, ёпки. 8, 8, 8.